Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Приветствую всех наших слушателей и телезрителей. У меня есть для вас особое послание. Мы проводили съемки в Израиле на одной из гор, и я понял, что есть еще одно послание, которое я должен донести до нашей аудитории. Дух Святой говорил со мной о силе настойчивости в следовании за обетованием. Итак, сила настойчивости в следовании за обетованием. Хочу показать вам любопытную историю из Библии. Прямо сейчас передо мной это место, которое Авраам увидел, когда впервые смотрел на землю обетованную. Это золотые высоты в верхней части страны. Слева от меня Сирия, позади меня Ливан. Когда Иисус пришел, Он сказал, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Что это значило? Пророки Ветхого Завета были в основном евреями. Они обещали приход Мессии, и когда Мессия придет, то принесет с собой исцеление. Один из пророков сказал, что взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Исаия писал, что его ранами мы исцелимся. Еще мы знаем из Библии, что одно из имен Бога — Иегова Рафа, или Бог-целитель. Если посмотреть на этимологию слова «рафа», то оно означает «сшивать ткань вместе и делать одно, единое полотно». То есть, когда Бог исцеляет кого-то, Он зашивает эту ситуацию, как доктор зашивает открытую рану. Доктор чистит рану и потом зашивает ее. И дальше тело может исцелить себя само. Итак, Иегова Рафа тоже зашивает вас. Он исцеляет вас телесно, эмоционально, разбираясь с вашей скорбью, печалью и болью. Бог может исцелять по-разному. Но давайте вернемся к тому, что знали пророки. Придет Мессия, но сперва Он придет к евреям и принесет Новый Завет. Иеремия писал, что Господь напишет свой завет на сердцах, а не только на бумаге. Итак, Иисус приходит в Израиль, проводит время в Галилее и в синагогах. Он начинает служить в синагогах, но людей собирается так много, что в помещении они не помещаются. Поэтому он начинает проповедовать на улице. На улице он произносит нагорную проповедь, творит чудеса, исцеляет и благословляет детей. Все потому, что людей стало очень много. Иисус решает сделать нечто очень необычное. Во время Иисуса была серьезная вражда между евреями и язычниками. Религиозные евреи, фарисеи и саддукеи, получали от своих раввинов учение, которое было крайне антиязыческим. Большинство фарисеев и саддукеев считали, что все неевреи — это язычники, варвары и дикари. И вот приходит Христос, и вдруг его принимает не его собственный народ, а язычники, жители Верхней и Нижней Галилеи, Ливана, Сирии, Иордана и так далее. Люди следуют за ним, толпа становится все больше, и вот он приходит в Ливан. Там ему встречается женщина-сарафинянка. Она была финикиянкой, но Библия называет ее хананиянкой. Это значит, что ее предками были хананеи, о которых говорится в Ветхом Завете. У нее есть дочь, которую контролируют злые духи. И вот, услышав об Иисусе и обо всем, что Он делает, она идет к Нему и говорит, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Слово «жестоко» означает здесь болезненно, мучительно, причиняя себе вред и вызывая беспокойность. «Жестоко» — для матери это был большой стресс, а для дочки — мучение. Иисус наотрез отказывает этой женщине и говорит, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вот вам и политкорректность. Если бы такое сказал сегодня американский проповедник, СМИ раскрутили бы это до невероятных размеров.
они бы критиковали его служение, требуя его увольнения, потому что он назвал женщину из другой этнической группы собакой. Но в культуре того времени всех неевреев считали собаками. И это не было оскорблением. В нашей культуре это сложно объяснить. Он просто сказал, хлеб для детей — это исцеление. Дети — это мой народ, потомки Авраама. Я не могу отдать исцеление по завету тому, кто не принадлежит к народу Израиля. Но дальше еще интереснее. Женщина начинает славить его и делает заявление, которое полностью изменит подход к исцелению. Она говорит, «Так и есть, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Эта женщина понимала кое-что о хлебе. Ингредиенты хлеба — это мука, возможно, сахар, соль, дрожжи и вода. И она понимала, что если ей достанется хотя бы крошка, то достанется все, что есть в хлебе. В то время у язычников были комнатные собачки. Это был домашний любимец, которому можно было находиться в доме. А еще эта собачка сидела на коленях у хозяина дома. И хозяин мог кормить ее прямо со стола, как люди делают это и сегодня. Иными словами, она говорила, «Может, я и собака, и язычница, но мне нужно лишь маленькое прикосновение от тебя». Я вижу, как Иисус расплывается в улыбке и отвечает, «Велика твоя вера, твоя дочь исцелена прямо сейчас». Обратите внимание на очень важную вещь. Настойчивость в следовании за обетованием. Настойчивость в следовании за обетованием. Представьте, что Аврааму 75 лет, и он ждет 24 или почти 25 лет, пока исполнится обещание, и родится его сын Исаак. И вы только представьте, что Бог сказал людям при приходе Мессии еще в Бытии, 3 главе, 15 стихе, и проходит 4000 лет, прежде чем Мессия, Иисус Христос, приходит на землю и исполняет все обещания, которые находятся в Торе, псалмах и пророках. В вашей жизни должна быть настойчивость и упорство, когда вы ждете ответа от Бога на вашу молитву. Расскажу вам нашу историю, не называя имен. У нас с женой была проблема с одним из наших детей. У нашего ребенка были серьезные проблемы с детства до 20 с лишним лет. В один момент враг даже пытался забрать у него жизнь. И нам пришлось молиться в больнице о том, чтобы Бог сохранил жизнь нашему сыну, которого я люблю всем сердцем. Это сражение длилось долгих 9 лет, и были моменты... Я говорю сейчас к тем родителям, у которых есть ребенок с какой-либо зависимостью. Все очень серьезно, и вы за него переживаете. Вы переживаете, чтобы не было передозировки, чтобы он не сел за руль и не сбил кого-то, чтобы он не попал случайно в тюрьму. Молодые люди этого не понимают, но поймут, когда сами станут родителями. Но в подростковом возрасте до них это не доходит. И Господь учил меня в этот период. Я уже рассказывал об этом на разных собраниях в Америке и, может, даже в нескольких передачах, но я думаю, что Господь желает, чтобы я сегодня передал кому-то это слово от Господа. Помню, когда у сына еще были проблемы с зависимостью, мы были на большом собрании в Теннесси и молились с женой о том, чтобы Бог прикоснулся к нему. Мы видели прогресс, а потом ухудшение, прогресс и снова шаг назад. Это было похоже на цикл улучшений и ухудшений. Этот цикл постоянно повторялся. Тогда с нами был Робби Джеймс. Сейчас он за одной из наших камер. Как только мы сошли со сцены, нам позвонили, что произошло нечто. Моя вера тут же начала ослабевать. Я расстроился и начал говорить о моем сыне негативные вещи. Я даже говорил о том, чтобы сдаться и что молитва не работает. Но в тот момент произошли две вещи.
которые изменили мою жизнь и позже помогли нам получить наш прорыв. Я говорю о настойчивости и упорстве в ожидании обетования. Напоминаю, это было сражение, которое растянулось на долгих 9 лет. Мы видели прогресс, а потом шаг назад. Опять прогресс и шаг назад. Итак, целых 9 лет. Но вот что мне помогло. Да, я ощущаю сейчас помазание. Если вы это примете, оно поможет вам в вашей семье. Когда я произносил те негативные слова, Господь сказал мне: «Не делай аборт своему прорыву». Я сразу же понял, о чем он. Он сказал: «Ты произнес столько молитв и столько раз просил меня спасти его, освободить его и принести свободу в его жизнь от этой зависимости. Вы говорите, что верите, а потом происходит ужасная ситуация, и кажется, что ничего не выходит. И вы начинаете говорить против этого. Тогда, на основании книги Иова, 1 и 2 главы, и на основании книги Откровения, 12 главы, враг может прийти к Божьему престолу и сказать: «Ты не можешь ответить на его молитву, потому что в один день он говорит одно, а в другой день — другое». Иными словами, в один момент вы верите, а через 3 или 4 дня вы уже говорите против того, во что вы верите. В начале моего служения я молился за людей. Помазание было очень сильным. Я возлагал на них руки и молился, чтобы Бог изменил их ситуацию. В тот момент люди говорили: «О, я чувствую силу Божию. Я чувствую, что Он действует сейчас». Я отвечал: «Прекрасно. Верим, что так оно и будет». А через 5 минут они поворачивались и говорили: «Продолжайте молиться за меня, чтобы Бог все-таки сделал это. Это похоже на сдувшийся шарик». Я думал: «Ну как же так? Что же они чувствовали перед этим?» А сейчас они говорят так, будто бы не верят в то, что только что переживали. Библия говорит: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». А также: «Будем держаться исповедания упования неуклонно». И: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Все эти стихи говорят о том, что мы должны держаться нашего исповедания. Что же делал я? Я верил, пока молился. Но когда происходило что-то плохое, я говорил так, будто бы не верил, что получил ответ. И Бог сказал: «Всякий раз, когда ты говоришь то, что противоположно твоей вере, ты делаешь аборт своему прорыву. И враг может говорить мне, что я не имею права отвечать на такие молитвы». Это было такое обличение. Я расплакался и просил Бога простить меня. Я понял, что все 9 лет в один момент я верил, а в следующий сомневался. Я говорил, что верю и держусь за Бога, а потом я говорил противоположное. Имейте в виду, что и Бог, и дьявол слышат то, что вы говорите своими устами. Затем Господь дал мне очень сильное откровение. Я даю его вам, чтобы вы поняли, как быть упорным и настойчивым, следуя за обетованием из Библии или от Бога лично. Вам нужно быть постоянными, последовательными и неизменными в своей вере. Итак, во-вторых, Господь сказал мне: «Ты постоянно говоришь: если Бог коснется моего сына, если Бог освободит его». Я верил, что Бог это сделает, но всегда говорил об этом со словом «если». И вдруг до меня дошло, что «если» — это не выражение нашей веры.
Ты пойдешь сегодня в церковь? Да, если не будет дождя. Ты отдашь это тому человеку? Но если захочу, то отдам. Слово «если» всегда передает сомнение. Когда сатана пришел к Иисусу, он сказал, «Если ты Сын Божий, то повелей этим камням стать хлебом». То есть, «если» — это сомнение. Дух Божий дал мне это откровение. Он сказал мне, «Всякий раз, когда ты говоришь, «если Бог коснется моего сына, ты сомневаешься», и это не утверждение веры. А без веры угодить Богу невозможно. О, какое же это было обличение! Господь сказал, «Перестань говорить «если» и начни говорить «когда». И с того момента. Тут даже есть человек, который может подтвердить мои слова. Я сказал ему, «Робби, Бог обличил меня за слово «если». Не позволяй мне говорить «если» о ситуации с моим сыном. Если вы делали что-то много лет, вам сложно избавиться от этой привычки». Я говорил «если», а потом останавливался и говорил «нет, когда Бог исцелит и избавит моего сына, когда Бог освободит его». И знаете, что произошло? После 9 лет сражения я понял, что мы сами можем затянуть или сократить ту или иную ситуацию своими словами, и своими действиями. Этому меня научил Господь, и это есть в Слове Божьем. И когда я начал говорить, «Мой сын будет делать то и это», когда Господь прикоснется к нему, когда он получит свободу, вы увидите, каким он будет. Я вдруг начал замечать перемены в моем сыне, когда заменил «если» на «когда» и перестал говорить негативно. Когда я молился о нем, как бы плохо ни становилось, я отказывался менять слова о том, во что я верил. И вот однажды утром он сказал мне, «Папа, давно нужно было принять правильное решение. У тебя есть какая-нибудь работа для меня в твоем служении?» До этого он много лет говорил, «Я никогда не буду работать в твоем служении. Даже не думай проповедовать мне». И все это он связывал словами, которые я не буду повторять. Но помню, как однажды Господь сказал мне, «Ты должен любить его безусловно». И тогда я сказал ему, «Сынок, ты можешь говорить мне все, что хочешь, но никакие твои слова или поступки не заставят меня любить тебя меньше». И тогда я начал смотреть на своего сына в его негативных ситуациях так, как на нас смотрит Бог. Я начал ощущать любовь, которую Бог имеет к нам, когда мы ему непослушны. Он смотрит на нас и думает, «Ты ведешь себя безрассудно, но я так сильно люблю тебя, что помогу тебе пройти все это». И когда я начал любить сына безусловно, заменил «если» на «когда» и перестал говорить негативные слова, Бог стал медленно работать. И сегодня я гордый дедушка малышки по имени Йоханна Галили Стоун. У моего сына все хорошо. Он работает в нашем служении. Я просто счастлив. Я постоянно говорю ему, «Сынок, я очень горжусь тобой». Он говорил мне разное, и я понимаю, что в нем говорила зависимость. В одной из таких ситуаций я сказал ему, «Я говорю не с глупцом, который в тебе, а с царем, который в тебе. В тебе живет царь, а ты этого даже не понимаешь». «Тихо, папа», — отвечал он мне. «Я не хочу все это слушать». Недавно я написал ему СМС о том, что люблю его, а он ответил, «Я тоже тебя люблю. Ты самый сильный человек, которого я знаю». И это значило для меня больше, чем слова любого пастора, проповедника или партнера. Это было сражение, но Бог прорвался. Начните соглашаться с
с тем, что говорит Слово Божие. Следите за своими устами. Не говорите против того, о чем вы молитесь. Перестаньте говорить «если», а просто скажите «я верю в это, и когда это произойдет, будет замечательно». А еще славьте и хвалите Его заранее. Не ждите, когда все случится, чтобы воздать Ему славу. Итак, если я следую за обетованием, которое дал мне Бог, то у меня должно быть упорство, постоянство, настойчивость и терпение. Терпеливо выжидайте, продолжайте ожидать и не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Это мое обращение к вам. Финикийская женщина встретила Господа, и Он отказался исцелить ее. Она поклонилась Ему, и Он не смог устоять перед ее поклонением. Надеюсь, что слово, которое вы услышали из того места, где когда-то та женщина встретила Иисуса, поможет вам и благословит вас. Дорогие друзья, многие из вас знают, что наши программы выходят в эфир благодаря деньгам, вырученным за предлагаемые нами материалы. Без вашей поддержки мы можем исчезнуть с экранов. Поддержите нас своими пожертвованиями или заказывайте наши материалы. Это еще не все. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам через одну минуту. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос — вы еще будете высылать эти комментарии. Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую древнееврейскую учебную Библию Перри Стоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки «Глубина Исаии». В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огненного. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали. Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефонам, указанным на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвование в $160. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга комментариев к Ветхому Завету уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах, поэтому у вас еще есть время. Благословений вам! Может, я уже говорил вам об этом, но комментарии к Ветхому Завету вышли в ограниченном количестве, потому что цена оказалась немаленькой. Если вы хотите заказать комментарии к Ветхому или Новому Завету, то вам нужно позвонить в наш офис. У нас есть особые экземпляры в кожаном переплете только для наших партнеров. Кстати, они уже заканчиваются. Но важна не обложка, а содержание и вся та информация, которую вы получите. Надеюсь, вы воспользуетесь этим предложением.
предложением. Я хочу рассказать вам кое-что. Кажется, я никогда не говорил об этом в наших программах. Когда мне было 18 лет, я понял, что Господь призывает меня в служение. У меня был план из 7 пунктов по достижению людей. Я взял эту идею у служителей, проводивших собрания пробуждения и исцеления. Я понял, что если буду служить только в церкви, то буду очень ограничен. Поэтому я разработал план из 7 пунктов для более обширного достижения людей. Составляя этот план в 18 лет, я даже подумать не мог, что у нас будет всемирное телеслужение и огромная территория с многочисленными зданиями. Я даже представить не мог, что Бог сделает все, что Он сделал. Он дал мне 4 правила, и я хочу поделиться ими с вами. Я хочу, чтобы вы знали, как действует наше служение. Я записал все это в 18 лет. Бог сказал: «Вкладывай весь доход обратно в служение». Когда я где-то проповедую, то чеки приходят не на мое имя, а на адрес нашего служения. Я проповедую на конференциях, пробуждениях и крусейдах в течение всего года, и каждая копеечка идет в служение голоса евангелизма. Во-вторых, мы никому не продаем наши адреса для рассылки. В нашей рассылке более 50 тысяч адресов, но мы никому их не передаем. Я могу оставить свои контакты какому-то служению, и вскоре я начинаю получать письма от всех подряд. Однажды, оставляя свои контактные данные, сделал ошибку в своем имени, а затем я начал получать письма от разных организаций с ошибкой в моем имени. Я понял, что тот человек продал мои контакты. Мы такого никогда не делаем. В-третьих, мы никогда не просим денег, мы не рассылаем письма с просьбой о пожертвовании. Господь сказал мне доверять Ему в этом вопросе. За все эти годы партнеры всего раз получили от нас письмо с просьбой о помощи. Я не говорю, что это плохо, просто это не наш метод. В-четвертых, другие компании, получая чеки от кого-то, вносят имена этих людей в свою базу и потом отправляют этим людям свою рассылку. Мы такого не делаем. Мы считаем, что это вопрос доверия. За все годы нашего служения мы всегда придерживались этих пунктов. Мы никогда не нарушали их. Еще другие организации отправляют свои финансы в разные фонды. Я не говорю, что это плохо, но все, что приходит к нам, мы используем для миссии и для служения голоса евангелизма. Мой отец, дедушка и прадедушка были очень порядочными людьми. И мы пытаемся поддерживать эту репутацию во всех сферах нашего служения. Надеюсь, вы это видите и замечаете, а также видите это на собраниях с нашим участием. Я лишь хотел донести до вас, что в мире много служителей, пасторов, мужчин, женщин, учителей, евангелистов, которые делают все возможное, чтобы вести свое служение в чистоте и святости. Если вы слышите что-то плохое о том или ином человеке, но некоторые люди склонны чесать всех под одну гребенку. Но я знаю много хороших мужчин и женщин Божьих. А если вы еще не в церкви, то найдите себе церковь. Найдите пастора, который будет проповедовать вам Библию. Это не обязательно должна быть большая церковь. Главное — это собрание верующих. Не будем оставлять наших собраний. А то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе День Господа. Оставайтесь с нами на связи. Не забудьте заказать Библию, и до новых встреч!